Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Каждый год для Международного дня семей выбирается определенная тема. Так, в разные годы девизом дня были решение проблем малоимущих семей и проблемы социальной изоляции, влияние миграции на семьи во всем мире, семьи и инвалиды, воздействие ВИЧ и СПИДа на благополучие семьи, семья, образование и благосостояние и другие. Кстати, в Афинах в 495-429 годах до нашей эры бакалавры исключались из определенных государственных должностей, если не имели жены и детей. А в Спарте одинокие и бездетные люди получали презрение со стороны общества. Учеными был установлен тот факт, что среднестатистический человек влюбляется примерно 7 раз перед тем, как наконец находит свою вторую половинку, что называется настоящую любовь, и вступает с ней в брак. 10 тысяч браков в год начинаются с романа, который завязался во время перерыва на чашечку кофе. Ну, во-первых, я всем желаю здоровья, счастья и благополучия всем, всем семьям, не только моей. Спасибо, спасибо. Поздравляю свою жену Александру. Желаю ей счастья. Будь счастливым со своим мужем. У меня есть фамилия, у меня есть мама, у меня есть тот честь, а ностру, тот честь, промосом, тот трейм. Фамилия со мной, он трай, он... Тот început, що він тут сфершить. Люблю жену, люблю дочь, сина. І желаю їм щастя і здоров'я, щоб вони були здорові. Скупи соцій, ти і без молд. Я тебе люблю. Я тебе теж.